сделал самодельный драйвер на двух полевых транзисторах. Вот какие фронты крутые. Инвертирующие. Этот транзистор RF-P460, емкость его очень большая. И один ом резистор. Вот схема. ПНП транзистор, это, то есть это П-канального, это Н-канальный, поэтому он инвертирует, когда тут плюс, это тогда закрывает, когда тут минус, тогда этот подает питание. Следующий резистор 1 кОм, может он и не нужен. Вот эти вот, это P-канальный, вот 27 вольт, 0,39 ампер, его название. А вот N-канальный. Вот P-канальный. Вот какая скорость. Открытие 5 наносекунд. Закрытие 3,2 наносекунды. Это при емкости на затворе 6. У меня на затворе 100 Ом емкость. И питается 10 вольт. Вот его какая емкость, 45 микрофарад. Input. А вот это вот.
27 пиков урона. Время открытия. 2,5 наносекунды. Время закрытия 7 наносекунд. Не, открытие 2,9 наносекунд. Закрытие 7. При резисторе затвора 9,6 Ом. При 10 вольт на затворе. Тут тоже не справляется. Резистор горячий. Вот. Тут, думаю, нужен помощнее от резистора. Вот 1,4 МГц частота. А вот какой входит сигнал входной. Вот на затворе сигнал этих транзисторов.